Чулки женские, госпитальные, две пары у вас сегодня за одну цену. 990 рублей, у нас два цвета, вот сейчас Олеся нам показывает, это черный цвет, вот такие вот они плотные, и белый цвет. Здесь ваша экономия составляет 1000 рублей, я напоминаю, белый и черный вы получаете в одном лоте, номер лота 44590, это наша новиночка. Итак, Олесь, в каких случаях нам просто жизненно необходимы такие чулки? Ну, эти чулки непростые, эти чулки обладают и профилактическими эффектом, когда мы хотим защитить свои ноги от того, чтобы впоследствии мы не чувствовали усталости, чтобы у нас не появлялись вот эти самые ужасные вены, для того, чтобы ваши ноги были здоровыми. Эти получулки первого класса компрессии, это великолепный уровень, рекомендованы для лечения начальных проявлений хронической венозной недостаточности, улучшение кровообращения в ногах, для снятия отеков. Вот эти проявления не появятся, если вы будете на себя надевать чулки, вот такие специальные. Это медицина. Чулки. Также вы можете использовать для улучшения кровообращения в ногах, если вы часто на ногах, если вы путешествуете в самолетах, для снятия отеков. Беременным женщинам это просто необходимая история. И не только во время беременности, но еще и на самих родах. Именно вот такие чулки нужно использовать. Поэтому, если у вас кто-то из близких находится в интересном положении, подарите это чудо. Это настоящий восторг. Знаешь еще, почему именно у нас стоит приобрести эти чулки? В обычных магазинах, да, которые занимаются компрессионным бельем, цены за одни чулки 2000 рублей. Вы, наверное, уже сталкивались с этим, и вы это знаете. Да, Олесь, знаем, конечно. Мы вот даже между собой обсуждали, что да, некоторые девочки для дома приобретают, чтобы дома ходить в чулках, и приобретают за 2500 одни чулки. А у нас сразу набор. Вот такие потрясающие белые чулки и черные. Давай расскажем об их строении. Каждые чулки придут вот в такой вот коробочки. Мне очень нравится, что все написано на коробке. Здесь вы сможете прочитать, что эти чулки обладают первым классом компрессии. Они лечебно-профилактические. Они помогают для лечения начальной проявления хронической венозной недостаточности, улучшения кровообращения в ногах, для снятия отеков. Вот если у вас такое бывает, что вы пришли домой и ноги гудят, да, ноги устали, или наоборот, с утра хотите выбежать из дома, нашли свои любимые туфли, а нога настолько отекла, что просто не влезает в эти туфли. Тогда, конечно, вам просто необходимо вот такие чулочки иметь и носить их даже дома. Вот ты посмотри, пожалуйста, наша модель надела их как леггинсы, скажем так. На самом деле они надеваются на всю ногу, и только пальчики видны остаются. Потому что это лечебные профилактические чулки, потому что нам нужен отток крови с самого низу. С самого низу нам нужен отток крови. Как балерины, да? Да, как у балерины. То есть поэтому такие получилки можно надевать и, например, когда мы сейчас отправимся на работу, когда мы отправимся в путешествие, в дорогу. То есть только пальчики видны, вот даже на картинке у нас здесь очень хорошо видно, как должно выглядеть. Вот. Остаются пальчики. И все. И вот вся нога у вас находится в этих получулках. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы получали хорошую компрессию в области ягодиц, в области бедер, чтобы был хороший отток крови. Посмотри, даже вставки у нас есть специальные. Вот эти вставки. А мы нашу Анечку чуть-чуть попозже попросим. Эти вставочки должны быть вот здесь. Вот так вот, Анечка, надеть. Вот здесь. И вот твои пальчики вот красивые будут видны только так. Ну, мы, конечно... Надеваются они вот именно так. Так, вот я хочу поправить, потому что Анечка, она очень молодая девочка, она еще не сталкивалась с этой проблемой, с варикозным расширением. Когда, знаешь, вот у нашей Саши Ивановой, она мне вчера рассказывала. Как перчатки без пальчиков. Да, представляешь, у нее, у тети вот такую вену вынуждены были отрезать. И еще не факт, что она где-то не выскочит, ноги устают, ноги просто как будто бы отваливаются. Первый звоночек, что что-то не так, когда появляется усталость в ногах. Когда к ногам нету прилива крови. Когда, вот, допустим, знаешь, говорят, ой, что-то я мерзлячка. И руки мерзнут, ноги мерзнут. Холодные да, руки. Вроде вся горячая, а ноги мерзнут. Это значит, что недостаточный кровоток в область ног. Когда вы надеваете вот такие чулки, вы распределяете компрессию по всей своей ноге. Благодаря этому в течение дня вы получаете хороший кровоток. Со временем у вас не будут образовываться те самые страшные вены. Посмотрите, на щиколотке 100%, чтобы кровь вперед, вверх, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши ноги были красивые, чтобы вы себя чувствовали настоящей королевой.
знали вы и на пляже, и дома, что вы больше времени проводили на ногах. Дальше, в области голени чуть поменьше компрессия, но уже 80%. Это тоже вместительно. В колени 60%. Это то самое правильное распределение давления. Иногда, знаешь, встречаешь, вроде говорят, компрессионное белье, но это не медицинское. Это даже не первая степень. Это какое-то такое, вот просто имитация. Но здесь это лечебно-профилактическое. Здесь вы получаете возможность сохранить свое здоровье, защититься. Если предстоит какая-то операция, не дай бог кому-то из родственников, вот такие гольфы компрессионные надевают. Первым делом потребует врач, чтобы вы обязательно привезли. Для чего? Во время операции их надевают на человека. Нянечки помогают, врачи помогают. Обязательно. Для чего? Для того, чтобы сохранить нашу кожу. Для того, чтобы сохранить наши вены, вены, тонус. Да. Если вы будете без таких чулок во время операции, то последствия могут быть самыми разными. Ну, мы сегодня разговаривали уже на эту тему, и вот те девочки, которые сталкивались с операциями различными, дай бог, чтобы Бог миловал, да, каждого человека. Но, тем не менее, да, все бывает у нас в жизни, и мы должны быть застрахованы на любой случай жизни. Дома носим, конечно же, носим в качестве профилактики. Если вдруг у вас уже есть проблемы с венами, проблемы с ногами, у меня подруга, она мать троих детей. И родила вот последних двойняшек. Конечно, уже у нее венки повылазили, повылезали. А и вот она носит дома вот такие чулки. Знаешь, что нужно было делать, чтобы они не вылезали? Во-первых, во время беременности, девочки, вот такие чулки можно использовать во сне, когда вы пошли, да, на работу, по магазинам, да, дома занимаетесь, пылесосите, что-то убираете где-то. Просто надевайте эти чулки. Они выглядят, посмотрите, стильно. Выглядят очень красиво. Красиво. С обычной обувью можно использовать. 40 ден, да, у нас? Да, здесь у нас 50 ден. 50 ден. Было максимально комфортно, да. Они достаточно плотные. Вот сейчас любимой юбкой, пожалуйста, используйте. У нас здесь в комплекте и черные, и белые. Поэтому, да, в зависимости от одежды, вы можете это использовать даже как обычное сексуальное белье, как сексуальные чулочки. Посмотрите. Абсолютно. Мужчины точно даже не поймут, что это возможность не только выглядеть красиво и сексуально, но и ваши ноги сохранить такими же красивыми, как они сейчас. У нас на данный момент 4-й размер, самый популярный, вам он нравится, и успевайте заказать именно 4-й размер, потому что это редкий размер. В обычных магазинах вы не встретите 4-ку. А тут 990 рублей. Вот такие вот чулки белые 50 ден. И вот такие вот чулки черные 50 ден придут к вам за одну цену. Номер этого лота 44-590. Каждые чулки будут упакованы вот в такую отдельную коробку. То есть это еще и отличный подарок. Здесь ваша экономия составляет 1200 рублей. И мы в данном случае говорим про российский бренд. Да, российский бренд «Филороса». Основан он был в 1999 году в Санкт-Петербурге и с тех пор пользуется огромной популярностью. Вот на сегодняшний день компания является одним из крупнейших производителей женских колготок в России под собственной зарегистрированной торговой маркой. Высокая технологическое оборудование используют, которое позволяет производить изделия, которые отвечают мировым стандартам качества и современным эстетическим требованиям. Это линия по выпуску компрессионного белья, линия по выпуску утягивающего компрессионного белья. Посмотрите, сколько дипломов получили эти производители на всероссийских, даже всемирных конкурсах. И очень здорово, что высокие потребительские свойства здесь присутствуют. Сертификат соответствия, который действует вообще во всей Европе, то есть эту продукцию можно смело использовать. Она безопасная, она полезная. Прошли все тесты, прошли все пробы именно этой компании «Филороса». Поэтому наша российская компания, наш российский институт сделал вот такое белье для наших российских женщин. И поэтому цена у нас сегодня минимальнейшая. И поэтому рекламная практически акция для того, чтобы вы могли попробовать для себя. И вот у нас эта пяточка. Покажи, пожалуйста, когда мы натягиваем на пяточку. Вот здесь специально. Давай с самого начала. Давай. Мы берем наш чулочек. Да? Берем и надеваем его вот так вот. Нога пошла, 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 пошла. Угу. Пошла, 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 пошла. И здесь, вот, пожалуйста, у нас видны только пальчики, потому что у нас эффект начинается с самого низу. И пальчики, видишь, как удобно двигаются. Угу. Для того, чтобы во время операции, во время каких-то процедур врач всегда смог достать до нужного участка, сделать необходимые измерения, да, опять же, прощупать тот же самый пульс, если есть такая необходимость. Не просто лечебный, но еще и профилактический. И вот что у нас на пяточке. На пяточке у нас компрессия более ослабленная. Да. Для того, чтобы получить вот тот самый необходимый эффект.